православной гимназии обновили кабинет психолога на средства гранта фонда преподобного Серафима Саровского. Гимназия победила в конкурсе «Серафимовская школа служения». Теперь в учреждении есть оборудование для сенсорной комнаты, а также здоровьесберегающие и развивающие тренажеры, интерактивная песочница, программно-методические комплексы МОБИ, набор интерактивных игр, сенсорный уголок с воздушно-пузырьковой колонной, набор пуфов и подушек для зоны для релаксации. Психолог проводит индивидуальные и групповые занятия с детьми. Подробнее о развивающей работе с новым оборудованием и тренажерами Елена Верещагина рассказала родителям на дне открытых дверей. Это должно быть всестороннее развитие ребенка, как интеллектуальное развитие, так и личностное, поведенческое развитие. Да? И вот как раз тренажеры, которые были закуплены, они решают весь этот комплекс задач одновременно. Сегодня как раз была презентация обновленного кабинета психолога, где родителям подробно рассказали о каждом из закупленных тренажеров. На протяжении 2 недель в православной гимназии проходят дни открытых дверей. В эти дни в школу могут прийти все те, кому интересна внутренняя жизнь гимназии. Родители будущих первоклассников могут посмотреть на учебный процесс и познакомиться с учителями. Родители гимназистов могут узнать, как и чему учится их ребенок. На уроки друг к другу также ходят и преподаватели, чтобы обогатить свой педагогический опыт. На уроках дети и родители делают интересные эксперименты и открытия, узнают много нового и интересного. Мне было очень интересно посмотреть на своего ребенка в учебном процессе. В этой школе у меня учатся 3 детей, учились. И вот этот формат, он как бы для родителей очень важен. Дети могут посмотреть, как дети себя ведут на занятия, как преподносится материал. Вообще обстановку посмотреть. Узнала, что урок очень разнообразный. Очень было приятно увидеть, что используются новые технологии в виде экранов, что есть смена деятельности, что очень важно для ребенка. И информация подана именно по возрасту. Но очень понравились мне опыты. Это прям очень здорово было. Кроме того, родители могли продегустировать обед в школьной трапезной, поучаствовать в мастер-классах, встретиться с интересными людьми. Расписание уроков в рамках Дней открытых дверей можно посмотреть в группе ВКонтакте православной гимназии. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Евгений Ващенко, служба новостей Саров, 24.